Так, небольшой будет у меня анонс видео, которое хочу сегодня ночью снять. Это новый приемник у меня, он несколько часов всего лишь. Просто пока нормальный прием на коротких волнах. Я сейчас запущу автоскан и посмотрим, что он поймает у нас в автосканировании. А потом, когда уже будет потемнее, сейчас времени 20 часов 21 минут. Когда будет потемнее, я на средних волнах его прогоню и уже подробнее про него расскажу. Чтобы вам было не скучно, я поставлю на паузу, пока он все это сканирует. Так, вот он у нас что-то там наловил. Сейчас просто пощелкаем по ячейкам памяти. У него память для автосканирования с 51 ячейки начинается. Вот. А ниже это для произвольного сохранения своего ручного режима. На свою антенну у него телескоп длиной сантиметров 70 примерно. Софт-мьют здесь странновато, я еще его не понял. Иногда бывает, как-то затихает станция сохраненная, и вот делаешь, как на средних волнах, туда-сюда, ручкой настройки сдвиг, и он начинает опять громко ловить. Но это только случайно так происходит. Закономерности пока я не выявил. Вот сейчас такой был эффект. Раз, и как будто она в тишину куда-то хлопнула. Ну-ка. А может просто реально софт-мьют так и настроен, что он шумы давит, и станции уходят в тишину. Вот какая-то несучка есть. А, это скорее всего какая-нибудь радиолюбительская, может, СБ. Прошу прощения за то, что камера трясется. Я штатив забыл взять с собой нормальный.
يتأكد عليه. И пока все. На средних покажу попозже немножко, когда будет уже прохождение получше. Я его еще не тестировал толком. Это так, для затравки. Так что ждите продолжения.